Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Origins. Так, ну что, начнем с зала героев. Храбродуб, я его немножко прокачал, но я не уверен, что он мне пригодится именно вот в данной миссии. Хотя, кто его знает. Нет, лучше я, наверное, возьму все-таки Оривана. Да? Или же Храбродуба протестим. Ладно, хорошо, уговорили. Будем играть за него. Нечестный двор, у нас миссия. Эльфам не на что больше надеяться. Нет больше ни безопасной гавани, ни честного двора. Враги захватили дворец, а злодейца узурпировала корону. Мы в западне, некуда больше идти. Остается лишь с оружием в руках встретить свою гибель, дабы обрести покой в объятиях Эллини. Генерал, они уже идут. Пусть нашу жертву восславят в веках. Слушай, может быть, уровень сложности типа, сделаем полегче маленько, потому что, я так понимаю, ребята, здесь будет злодиция какая-то. Я так понимаю, это будет босс. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно. Так, вот она, да? Прости, у меня на тебя совсем мало времени. Я сейчас ужасно занята набегами на свеженькое королевство. Вот так вот. Что у нас? Ох, ты неплох, ты неплох. А ходить-то ты можешь? Может. Так, ну что у нас тут? Паук-мечевик. А здесь сатир-головорез. Сатир-головорез. Паук-мечевик. Ну что, я не знаю, ребят, давайте попробуем. Поторопись, я жажду мести. Она еще издевается надо мной. Если здесь у нас будет паук, нам нужно с вами к этому делу подготовиться. Начнем, пожалуй, мы с лучников, да? А здесь у нас сатиры. Побегут вот так, я так понимаю, да? Значит... Эх, куда бы тебя храбродуб поставить-то, я даже не знаю. Так-так, какая блестящая компания. Да уж, блестящий просто не придумать. Слушай, я не знаю, а это кто у нас такие? Сад карликов, карлики-моргуны, не прочь пошалить. Много еды и еще больше веселых карликов, обожающих хулиганить. В репертуаре карликов появляется отравленное оружие. Ага. Ну давай. Так, что нам нужно сделать? Ну, лучники, это, конечно, все хорошо. Тут у нас будут сатиры. С ними тоже как-то нужно справляться. Ну, давай я поставлю сюда магическую башню. А вот здесь, на всякий случай, поставим казарму. Ну, как-то вот так, ребят, я не знаю. Будем смотреть, что у нас здесь получится. Так, здесь сатиры, а здесь пауки. Так, храбродуб, давай-ка вот сюда переместись маленечко. Ага. А, он вызывает себе подмогу. Это уже хорошо, друзья мои. Это уже классненько. Корни. Во. Неплохо, кстати, бомбят. Нам нужно прокачиваться. Желательно побыстрее. Так, справимся мы тут или нет? Твою же налево. Тут еще, ребята, грибные полянки. Ой-ой-ой-ой, проходят. Слушай-ка, ну как-то здесь сложновато. А эти-то что не помогают? Карлики, елки-палки, мне тоже. Зачем я их прокачивал тогда? Нам нужен дикий маг. Или же высший маг эльфов. Я даже не знаю, кто лучше-то здесь. Храбродуб, давай-ка иди сюда, помогай, ё-моё. Ты там стоишь, бездействуешь, а тут у нас заваруха вовсю. Какой-то кролик там бежит, эй. О, подбили, молодцы. Так, 230 монет нам нужно, да? Это что? Острый меч? Так, сатиры бегут своей шайкой. И грибочки, друзья мои, тут грибочки побежали. С поляночек, с этих, с грибных. Так, давай-ка мы будем немножко здесь помогать нашим ребятам, да? Так, что нам нужно сделать? Дикого мага, по идее. Или же, вот, лучше так. Нам нужны вот эти вот лучники. Надо будет поток стрел еще прокачать. Если, конечно, мы успеем это сделать все. Грибы, да вы достали, в самом деле. Смотри, что делает этот сатир. Он призывает помощь. Ай, 300 монет. Не хватает, друзья мои, не хватает. Молнию, что ли, применять придется. Ага. Так, дальше у нас кто? Сумеречный истязатель, а здесь сумеречный каратель. Твою ж налево. Это же, по-моему, каратели, да, могут ликвидировать нам башни. То есть... Наши башни будут бездействовать. Не было печали. Ну что же, призываем, сейчас подождем немножко, да?
когда у нас хотя бы корни откатятся. Эти гномики-то вы будете помогать мне или что? Все, призываем. Так, друзья мои, кристаллы появились. А по этим кристаллам обычно передвигаются сатиры. Кто это еще? Фанатик идет. Зашибись, этот фанатик, ребята, призывает сатиров с этих вот порталов. Да ну, хорош. Что, серьезно, что ли? Блин. Так, а вот они, эти ребята у нас. Сумеречные каратели идут. Желательно их раньше надо подбить, потому что они... Ох, ёпперсте. Давай, может, отравим? Ну и замедлим заодно. Так, а тут истязатели бегут. Все, мне хватает. Давайте мы, наверное, сделаем дикого мага. Так, пускай они все в кучу встанут, и я бомбану по ним. Давай-давай-давай-давай, все кучнее, кучнее. Так, ну, более-менее получилось, да? Гномик там что-то... А, он еще и денежку ворует. Давай вот так вот еще прокачаем тогда. Смотри, он потихоньку, потихоньку ворует у нее денежки. Так, что-то вас тут, по-моему, слишком много. А если я так, и еще и отравлю? Слушай, а им пофиг на мои корни. Что я их применял, что не применял. Храбродуб, иди сюда, что ты там стоишь-то? Ты должен находиться здесь, в самом эпицентре вот этой вот битвы. Слушай, нам нужно прокачать печать распада, чтобы они не применяли здесь никакой магии. Так, истязатель и каратель, да, бегут. Оп, гномик, молодец. Давай еще, наверное, одного с вами изучим. Так, а он травит. Погоди, 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 храбродуб. Да ну, как этот-то просочился? Ай, друзья мои, он уйдет. Он прошел. Один охламон у нас все-таки успел пробежать. Вот так вот. Не доглядел, называется. Слушай, дай-ка я сюда, наверное... Нет, казарму я не буду ставить. Да ну, серьезно, что ли? Тогда придется. Тогда придется здесь тоже казармочку нам поставить. Вот таким вот образом все это должно быть. Надеюсь, это нам как-то поможет. Слушай, ну одно сердечко уже минус. Не было, как говорится, печали, да? А что сейчас гномик сделал? Я не понял. Тут был огромный сатир. Куда он делся? Заклятие дезинтеграции? Слушай, может быть, прокачаем? Ну, я думаю, что теперь хорошо все должно быть. И еще, ребята, идет один фанатик. Я думаю, что сейчас отсюда попрут враги. Ну, естественно, естественно. Так, тут еще и красные колпаки у нас. Храбродуб опять у меня там прохлаждается. Ну, что ты будешь на него делать, а? Тихо, тихо, травим. Отравили. Не должны пробежать эти хламоны здесь. Так, нам нужно лесную жуть прокачать. Да? Я думаю, что это будет нам неплохим подспорьем. Все-таки шанс сразу убить врага с одного выстрела. Ну и стоит тоже немало. 325 монет. Красные колпаки вот так и хотят пройти. Храбродуб, опять он там стоит, а? Ну что ты будешь на него делать? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты посмотри, что они делают, видите? Они вот башню вот так вот, ребята, нам... блокируют, и они бездействуют. Поэтому их желательно сразу убить. Потому что если пойдут, например, куча противников, да, и наши башни будут молчать, мы тут будем фейлиться. Траванем. Так, взрывает врага, да, прокачиваем. Ну что, кто у нас там? Паук-мечевик, паутинник и сатиры. Господи, сейчас целая шоба побежит. Слушай, а может быть нам вот этих вот парнишек вот сюда переместить? Маленечко, да? Так, это что еще тут за фокусы? Кто мне башню мою запутал? Так. Она делает эту пакость. Все, я понял. Будем знать, на что она способна. Ну что, лесные братья, помогайте нам. Так, храбродуб, иди сюда. Нечего там тебе прохлаждаться. Ух, нам бы его прокачать, ребята, до 10 уровня, и потом мы сможем с вами посмотреть какого-нибудь другого персонажа. Упс, выкинули. Ух, какой он молодец. Единственный, конечно, недостаток то, что он не может, ребята, подбивать воздушные цели. Так, ну справимся мы с этой
компашка. Нет, что-то тут уж, по-моему, чересчур вас много, друзья мои. Так, я не согласен. Давай вот сюда мы поставим с вами нашего друида. Так, гномики, вы будете тырить? Ага, вон они, ее откинули обратно. Так, она сейчас будет здесь... Слушай, я не думаю, что травить это вариант. Да, пускай она пройдет, здесь мы ее подобьем. 320 монет, и я смогу прокачать друида по полной программе. Давай, 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 этого кролика бомби. Я надеюсь, она обратно не превратится. Нет, уже не превратится. Так, а здесь мы будем с вами прокачивать, наверное, скорее всего, строение великих друидов. Да, я думаю, что это будет оптимально. Ой, елки-палки, шмыгой катится. Шмыга, друзья мои, это очень серьезный противник. Ты посмотри, какой он, а, живучий. А где мой древень? Почему он не участвует? О, разорвали. Так, тут грибы поперли. Тут у нас со всех щелей подкрадываются грибочки. Еще один шмыга катится. Так, надо было его травануть. Ай, не успел. Такие дровишки лежат, да? Слушай, давай-ка вот так вот сделаем. Отлично. Выкинули его, этого шмыгу, с поля боя. Так, прокачиваем мага. Наверное, будет здесь уже у нас высший маг. Скорее всего, я так сделаю. А, мы еще строение великих друидов сделаем. Будем призывать сюда рунных медведей, чтобы они вот тут вот контролировали эту точку. Так, погоди-ка, у нас тут будет кто? Угрюмка? О-оу. И здесь угрюмка, а у меня лучники-то есть? Друзья мои, у меня только здесь лучники. А тут вообще ничего. Слушай, ну это же плохо. Угрюмка — это такая штука, которая будет плодиться прямо на наших глазах. Причем, обалдеть, какую армию будет плодить. Смотри, смотри, что происходит. У меня, если что, молния есть. Так, еще и этот идет сюда. Фанатик. Так, ну-ка посмотрим. Есть, вот это круто. Смотри, что происходит, друзья мои. Вроде бы как справляемся, вроде бы как. Или придется применять мне. Ну, справились, молодцы. Тут угрюмка ползет. Ладно, сейчас мы здесь вот этих мы будем с вами отравлять. Давай. Вот так вот. Блин, ну этого мало. Этого недостаточно. Так, смотрим, что происходит. Мне главное контролировать угрюмок. Фу, нам повезло, мы справились. Давай вот эту вот, наверное, печать распада выучим хотя бы на один уровень. Чтобы, если что, они не могли применять здесь заклинания. А, друид у меня когда бомбит, он наносит массовую атаку. Это, кстати, хорошо, друзья мои. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пришлось так сделать, иначе они пролетели бы. Так, давай-ка мы здесь тоже, наверное, хранители леса сделаем. Да? И призываем следующую. Так, сумеречный мститель, потом истязатель. А здесь, наверное... Ага, здесь пауки. А здесь будут пауки. Когда же эта охламонка-то выйдет? Волна у нас девятая. Во, что она тут хочет сделать? Это всего лишь царапина. Смотри, мой друид по ней бомбит. Так. Ну-ну-ну-ну-ну, подбей ее, пожалуйста. Ага, она не успела. Она могла нам заблокировать какое-нибудь здание. Но нам повезло. Друид справился со своей работой. С поставленной задачей. Так, лучнички, давайте-ка я вас, наверное, прокачаю маленечко, да? До волшебных. Чтобы было нам счастье. Что-то как-то с деньгами очень кисло. Где мои лилипутики, а? Почему не помогают? Да ну, хорош. Армия тут, смотри, прет какая. Сюда нам нужно кого поставить-то, а? А, у нас же еще вот этот вот маг не прокачан. Ёлки-то палки. Ну нет, смотри, что она делает, друзья мои. Она блокирует мои здания. А вот фигушки вам. Вот так-то. Будете знать свое место. Так, у нас есть корни, я пока их не буду применять. А, что же нам сделать? Мага вот этого я хотел прокачать. Выбрасывает двух врагов с поля боя. Давай. Давай сделаем. Паучков траванем. Это девятая, друзья мои, волна. То есть еще шесть волн впереди. Фух.
Так, кто у нас тут? Гриб-живун. Грибовод и грибовод. Блин. Ну, я... Так, еще и сатиры ползут здесь, да? Нет, это грибы. Так, друзья мои, нам нужно прокачать вот этот вот волшебный часовой. Сколько? 300 монеток нужно, да? Хорошо, попробуем. Вот так вот сделаем. Только успевай смотреть, кто куда тут бежит. Этого пока в немоту. Медвежонок там вписался в драку. Так, а 350 монет нужно для того, чтобы призвать еще одного медведя. Я думаю, что стоит это нам сделать. Давай, 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 друзья мои. Бомбим этого гриба, пока он... А, он в любом случае, да, размножается. Даже если он будет в немоте. Хм, не знал. Я этого, честно говоря, не знал. Давай-ка, наверное, еще одного часового прокачаем. Пускай будут две сферы летать здесь. Они будут наносить магический урон постепенный. Вот так вот. Ох, смотри, сколько тут грибов-то у нас понавыползало. Так, что нам сделать? Нам нужно прокачать поток стрел. Если мы хотим себя чувствовать комфортно. Так, тут у нас сатиры готовятся к вылазке. Ладно, пускай бегут. Друид, я надеюсь, ты меня не подведешь. Опять фанатик идет. Да, он достал. Как его можно подбить, а? Чтобы он не призывал. Травим. Так, часовые. Вот они, ребята. Летают, видите, они подбивают противников. Очень даже неплохо, кстати. А что это? Ускорились-то так. Эй, эй, тихо, 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 тихонько. Молодец, храбродуб. Ты знаешь, что нужно делать. Что-то у вас тут как-то слишком много. Так, забомбили, нет? Урыли. Так. Проклинает врага, причиняя 35% полученного им урона остальным противникам. Вот так вот. Ну что, дальше нам нужно, наверное, прокачивать наших лесных братьев. И я думаю, что нам мрачный садовник нужно прокачать. Это будет у нас такая вот лиановая защита, да? Через которую враги очень медленно ходят и получают повреждения. Опять она вышла. Опять она вышла. О, лучники достают по ней. Слушай, может быть, нам прокачать поток стрел уже тогда? Да смотри, как долго, а. Шмыга летит. Шмыга, ребята. Мы шмыгу. Ну, я, честно говоря, думал, что мы будем с поля боя выкидывать противника, а не в какой-то там его шар закутывать, скажем так. 200 монет нужно, да? Сейчас мы с вами это дело замутим. Чтобы вот, как только эта чувырла здесь появлялась, чтобы сразу по ней обалденный урон был. Ну, давай, 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 давай. Ах ты, друида моего закутала. Так, лети отсюда. Интересно, а как этот босс будет выглядеть? Или она вот так вот будет нам просто мешать? Два медведя моих рисанулись. Слушай-ка, а что если мы с вами вот сюда поставим тоже мага? Ну, чисто для прикрытия. Слушай, ну шмыга силен. Два рунных медведя не могут с ним справиться. Причем тут помогает друид и лучники стреляют. Согласись, крепкий чувак. Не поспоришь. Так, давай-ка мы прокачаем нашего мага. Кто тут у нас? Опять грибы, что ли? Нет, это карлики у нас тут бегут. Две шмыги? Это перебор, по-моему, друзья мои. Это перебор. Еще один шмыга. Слушай, ну тут надо вот так, наверное, сделать. Ну-ка нафиг, как говорится, от греха подальше. Прокачка. Здесь тоже прокачаем, так уж и быть. Ага. Грибовод и гриб-живун. Пумс, мы его в сферу быстро... Ну, видишь, если бы он хотя бы уничтожался бы после этого. А он опять же, видишь, и идет себе спокойненько. Это не есть хорошо. Так, погоди-ка. Что-то тут как-то их много развелось-то. Тут у нас прокачка нормуль. Вот здесь мы докачаем, наверное, с вами, да?
Ну давай, ага, все. Так, это у нас живуны. Храбродуб, ты у меня получишь сегодня 9 уровень или нет, а? Мне бы, конечно, очень сильно этого хотелось бы. Мы могли бы его прокачать тогда еще маленечко. Ну, если нам откроется новый какой-то герой, конечно, мы будем играть за него. Так, тут отлично. Этого мага мы, наверное, сделаем диким. Или же... нет. Давай диким все-таки. Пускай у нас здесь будет дикий маг. Он довольно быстро бомбит. У него скорость атаки просто сногсшибательная. Что тут происходит, а? Со всех щелей прут, а? Ой-ой-ой. Тут слишком много. Слишком много. Мы успеем хоть? Они пробегают, друзья мои. Они пробегают. Храбродуб, ты должен где быть? Вот здесь вот, елки-палки. Они там тусоваться. Так, прокачаем. И все, да? А здесь у нас паутинники. И сатиры. Паутинники и сатиры. Ох ты, аж три штуки. Слушай, а мы можем, знаешь, что сделать с тобой? Вот сюда поставить казарму. А для чего? Они будут немножко отвлекаться, а мои друиды и вот эти башни будут по ним стрелять. Да, от них, конечно, тут не очень много было помощи, но тем не менее разобрались мы с этой кучкой. Так, сейчас мы еще прокачаем хорошенечко. Ой, по красоте. Тут уже паучки поползли, да? Так, давай-ка мы, наверное... ага, много денег нужно. Да хорош там уже призывать-то. Сколько можно-то? Давай, 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 не пропускаем никого. Так, пауки-мечевики. Или как они там, паутинники. Так, друид прокачан по полной программе. Так, здесь мы с вами сделаем поющие клинки. Давай поющие клинки. Потому что у нас есть уже лесные братья. А вот клиночков у нас пока нету. Пускай тут разбираются. Маленечко прокачаем чуть-чуть. Ну что вы там, родные мои. Как-то вы слабоваты. Хотя с такой кучей врагов попробуй-ка справиться. Тихо-тихо-тихо, паутинники. Не надо, не надо выделываться, пожалуйста. Так. Вот, теперь уже клинки будут как клинки. Так, сумеречный каратель, мечевик, паутинник. Тут у нас угрюмка. Ой, друзья мои, угрюмки сейчас полетят. О, начинается, а, вот это вот. А он еще, фанатик сейчас призовет противников. Так, срочно прокачиваться надо. А поможет ли мне это? И это еще отвлекает. Как-то не вовремя, это нечестно, друзья мои. Смотри, что делает, а? Она стоит, еще и башня меня ликвидирует. Не-не-не, давай угрюмку. Все, шикарно. Слушай, может быть нам на всякий случай сюда поставить еще одного лучника, а? Ну, чтобы сдерживать. Слушай, ну, честно говоря, я думал, что у нас не справится храбродуб. Надо было нормальный режим ставить. Но я немножко перестраховался. Так, ладно. Прокачать остается совсем маленько. Ох, тихо, тихо, тихо. Че так много-то вас? Эй, родные мои, успокоились. Травим всех. Прокачка. Малютки, вы будете помогать мне сегодня или нет? Ага, их все, заблокировали. Отпомогались они мне. Вот теперь будет самое то, что нужно. А все, ребята, это была последняя волна. Так, тихо, что она тут летит? Помните, что у всего есть последствия. Подожди, я думал, что последняя волна, но ничего подобного. Враг идет, враг наступает. Ржет еще охламонка, а? Ох ты! Куда она летит? Эй-эй-эй-эй-эй, друзья мои, я так не договаривался. Я думал, что она будет там сидеть, а она подорвалась. Сейчас мой храбродуб, по-моему, отдуплится, да? Так, давай тогда бомбить ее, я не знаю. А, она опять улетела. Так, секунду. Ну, мы у нее отняли немножечко совсем здоровья. То есть она сейчас так и будет появляться. Я понял. Я понял, в чем проблема. И опять летит сюда, а? Ты посмотри. Храбродуб, ты будешь оживать или нет?
ожил. Ага, прикольно. Слушай, друзья, нет, если бы, наверное, был бы здесь уровень сложности обычный, она бы, наверное, нас тут ушатала. Поверь мне. Так, давай-ка мы чуть-чуть. Тут у нас все отлично. Так, опять она летит. Опять она летит. Давай так, корни выпустим. Храбродуб, давай, выкидывай ее за шкварник с поля боя, пожалуйста. Или ты не можешь так с боссами сделать? Ну-ну-ну, осталось чуть-чуть совсем. Есть. Ха-ха-ха. Наказали мы ее. Фу. Так, это что еще за хламонище? Паук, правильно. Забирай ее, она твоя. Можешь наслаждаться ей. Так, что там у нас? Игра престолов. Я получил достижение и прекрасный народец. Тоже достижение. Ну что, ребята, этот уровень на 3 звезды, да, конечно, был легкий уровень. Сложности я имею в виду. Сам-то по себе уровень был далеко не легкий. И мы с вами перемещаемся, ну, я не знаю, в горы, можно так сказать. Улучшение. Так, мы, наверное, с вами прокачаем взрывы волнов, игнорируют физическую защиту. Окей. Так, храбродуб, ты готов у меня прапаться маленько, да, я смотрю? Герои нам пока никакого не дали нового, так что будем, наверное, продолжать пока за него. Прокачать, что бы нам лучше? Отличный бросок, хватает любого врага и выбрасывает его с поля боя. Хм. Храбродуб укутывается коконом, восстанавливая за 4 секунды себе и союзникам 840 очков здоровья. Слушай, ну вот это круто. Все, да? Да, ребята мои. Ну что ж, друзья, будем на сегодня заканчивать. Поиграли маленечко, как говорится, и будет. Нам надо еще во фронтир зайти и порубиться маленько. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.